поводу марафона пишу как бог. У меня просто столько чувств и эмоций. И это даже невозможно описать словами, потому что для меня это вообще что-то новое. И я к этому марафону очень серьезно относилась, потому что я поставила настолько именно его, наверное, на первое место, особенно в период 33 дней, да и сейчас, потому что это тот момент, когда я настолько поглощена в себя, в анализ, в свои чувства, что, это реально просто ты понимаешь, насколько ты многогранна, и ты такая разная, и ты и смешная, и глупая, и умная, и серьезная, и злая, и добрая, и ты всегда разная, каждый момент своего времени, и если бы не марафон, я бы, наверное, это пропускала все как, ну, как раньше, неосознанно. Сейчас я это наблюдаю в себе, вот, все вот эти чувства, и я, когда пишу пост, я пишу его с ошибками сначала, потому что это первые вот слова, они с такими эмоциями, потом уже спокойнее, и до сих пор я буду продолжать этот марафон, потому что я чувствую, что дальше, глубже, и много всего неопознанного, и я очень благодарна всем, Нелли и ее команде, они меня тоже поддерживают, особенно когда ты думаешь, что ой, это такой ужасный пост, пофиг, но он так заходит, он так откликается, ты думаешь, блин, как это возможно? И хочу сказать вообще всем спасибо, даже участникам марафона, все просто настолько реально уникальные, и у каждого такие мысли, которые в тебе есть, а ты там думаешь, ой, об этом не буду писать, и кто-то об этом написал, ты думаешь, вау, классно. И это такой интересный этап сейчас, вот, где ты просто исследуешь себя, как бы со стороны смотришь на себя, и это, ну, это не описать словами, в общем,